Ну что, ребята, всем здорово! Сегодня опять-таки будут ставочки по КС-очке на нашем же сайте. Наверное, уже ну, в основном ни на каких сайтах не будет, только если там меня подкупят, то, конечно же, жопу мне подлижут и заплатят. Вот, ну и сегодня я буду с Диманом, поздоровайся. Всем привет, ребят! Вот, короче, я опять-таки говорю, это наш сайт, тут без подкрутки, все честно, Диман тут уже участвует. 30 секунд. Да, я там тоже опа, немножко... а я закинул, у меня, ребята, на 2000 карточек. Если бы вы видели по истории игр, как я это все дело делал, это просто капец. Я сейчас немножечко Ой, блядь, сука. Ты смотри, как топят, что тебя потопить, наверное. А, Диман, не надо! Короче, ребят, я там реально... Все, я 300 рублей залил, я не знаю, что будет, то будет. Ох, Диман, мы разошлись. Ой-ой-ой-ой. Так, блин, где мой телефон? Надо ж... Опа-опа. Не зашла последняя... Блин, да, ребят, тут за последние 5 секунд нельзя вкидывать, только если обычный трейд. И, блядь, давай, пожалуйста, косарь, пожалуйста. Почти косарь, смотри, уже набрал. 906 рублей, да, но максимальный выигрыш был 2000 и... Блядь! 0... Ой, сука! Это вот то, что он в конце закинул. Если бы ты сотку в конце закинул, ты бы выиграл. Пиздец. Просто жесть, честно сказать. Чувствую, нас скоро кто-то отымеет. Так, кстати, давай этот, сука, в паблик кинем. Так. Я скину, ты или ты скинь. Ну ты кидай, короче. А я кину. Так. Паблик. Не-не-не. Что-то за фигня. Так. А, у меня ограничения в паблике, ёп. Колотить. Ладно. Окей. В принципе. Я сделал ставочку 15 рублей. И пойдем. Давай я тоже ее поддержу, чтобы у нас немножко. Нет, там есть парень, который сейчас будет топить, это в любом случае, поэтому ожидаем его. Так, я вот так вот, ребят, сделаю немножечко, потому что. Айома. Да-да-да, вот так. Потому что тут немножечко очень. Фигово у меня с рамкой, блин, капец. Ты смотри, уже понеслось по рублику только ставить, ну, в принципе... Ну, по рублику, что по рублику, блин, 3 сотни. Да-да-да. Я понимаю, это вот азарт, ребят, перед этим я играл, я вот все утро сидел в школе, играл, и вот, как видите, наиграл на 1990 рублей, но, блин, пришел какой-то чувак, который сейчас что поставил? Что он поставил? Я хер знаю, он в конце поставил 100-рублевый пистолет какой-то. Нет, он в конце залил там что-то. Он пистолет, по-моему, поставил. Нет, глок этот он ты поставил. Смотри, как он топит, это нашими деньгами он пошел, смотри, нашими карточками начал топить. Сука. Что, посадим его, давай? В смысле, у нас 37%. Надо карточками занимать места, ребят, хоть по 5 рублей, но надо занимать. Видите, надо вот так вот, я сейчас слежу за ходами, надо все это дело делать. Воу, воу, идите вы, эй, 300 рублей, нихуя, это ж, конечно, он, блин, повыигрывал нашими, ой, что он делает, а у него максимально, а у него все депозиты, походу, закончились, максимально же 20 предметов. А, походу, у меня скоро тоже кончится. У меня, я внес 12, мне осталось еще 8 предметов, хотя, кстати, 45%, так, фух, ну это, конечно, ребят, очень жестко, очень жестоко, я вам скажу так. Что там? Да, у меня в паблике, ребят, просто ограничения. Я не могу кинуть ссылочку, к великому сожалению. Так. Да. Да-да-да-да-да. Вот. Затем. Ох, Диман, что ты робишь? Что ты робишь? Прикинь, 0-0-1 будет шанс, и выиграет чувак с ником. А, пекарь. Я охренею тогда сейчас. Не, если пекарь, то нормально, в принципе. Да. Но все равно. О, Диман, 100 рублей закинул. У тебя 51% шанс. Если выиграть сейчас вот этот вот. Сайл Заманбек. Это будет вообще жопа. Я охренею, вот честно охренею. Сколько тут чувак, интересно, закинул? 17%? Рублей, ну много он закинул. Ну, 50. Да! Диман! 43 988, да? 40. Ладно, давай я буду поддерживать атмосферу, но если будешь топить, то топи, я особо не буду. Или топить? Я тоже, я буду 15 рублевыми закидывать. Вот, но... Диман, красавчик. Сколько я уже слил? 500 рублей я уже слил за этот видос, а видос идет всего лишь, блин, 4,5 минуты. Прикинь, ну, да. это ж капец. Ну, столько, ученик. Да, это очень, ребятки, не сублумеративно, как говорит наш любимый Евгений. Вот. Так, в принципе, что... Ой, блин, на рубль. Ну что же этот рубль-то решит? Надо реально
интересно, онлайн-то... Блин, кого фига онлайн? С утра был 120, 60. Вот вообще было много людей, а сейчас что? Спят, может быть, кто-нибудь. Спят? Ну вот да, Диман как раз-таки спять ты и хотел пойти, а я вот говорю, давай видос запишем. Он такой, ну ладно. Диман, что ты, давай эти рублевые. И что рублевые-то? Надо, кстати, будет убрать эти рублевые уже и поставить больше. Ну, слушай, для кого-то рублевые это максимум, для нас-то ладно. Мы-то с тобой богатые немного. Богатые, богатые. Ну как богатые? Богатые и сублумеративные ютуберы, как говорится. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Да. Все четенько. Ну что? Ну и я 5-рублевку закину. Отлично. Диман, сколько у тебя уже... А нет, не-не-не, погоди. Это он... А, да, чё, это рублевый. Не, ничего, это я да, о другом хотел сказать. Я попробую сейчас просто рублевыми затопить. А на тебе, сука, 30. Рублевыми ты будешь топить? Да. Ну ладно, го. Я такой, блин, вот в последний, наверное, игр 5, ребята, я вам скажу, что выиграет чувак, который поставил в конце. Понимаете? Я могу сейчас сделать вот так вот. И, в принципе, у меня шанс будет 65%. Ни хрена! Диман! Что там? Он тридцатками затопил, 381, у меня 70... Ну, хотя я тоже, блин, конечно, нормально так затопил. Но все равно. Так, все, карточки уже не принимаются и... Я рублем последним поставил, смотри, 3%, блин, я... А чё у тебя 3%? А я ж рублем хотел вас всех затопить. Ааа! 0.39, кстати! А какой? 16 тысяч? 16. Что-то это, бля, та самая карточка. Да, 16 тысяч это она самая. Fucking bitch. Почему? Интересно. Ого, прикинь, мне на Яндекс кто-то 200 рублей кинул. Круто. Так это я тебе кинул. А комментарий к платежу ты какой оставил? Я? Я тебе только что кинул 200 рублей, могу показать тебе. На что у тебя кончается Яндекс, последние две цифры? Господи, Берик, твою мать, иди ставь лучше. Последние две цифры 146, короче. Последние три цифры. Нихуя, это реально ты. Ну я знаю. А чё ты мне 200 рублей-то кинул? А, блин, опять потом... к тому приплюсовать? Да, и опять к тому приплюсуешь. Короче я влез в долги, Диману должен 1610 рублей. Ой, 1600. Да. Так, ну чё? Диман, чё, давайте 8 раз просто пропиарю и всё. И то со скидкой, считай. Не, братан, не, ты мне лучше вот это всё верни, я сюда валю в этот сайтик. Ты у меня этот, я тебе долгану там, к примеру, 50 тысяч, ты такой, блин, давайте пропиарю на 50 тысяч. А тем временем у тебя, к примеру, вот предположи, у тебя будет 1000 подписчиков, у меня 1 000 000, ну да, пропиаришь. Ладно, ну, да, я соглашусь, да. Прикольно. Так, ну что, давайте 15 рублей поставим. Фух, ну, естественно, сагломеративно очень у нас все это дело получается. Давайте вот этого, ребята, уже будет последняя игруля наша. Вот, у нас, кстати, одинаковый процент с ним, 43,8. А нет, у него, сука, посмотри. У нас сейчас одинаковый с ним процент. 33,8. Это жесть, честно сказать. Ну, сейчас посмотрим, кто затащит все-таки. В любом случае, тут без подкрутки, тут уже решит сам рандом. Ребят, реально, мы клянемся, тут вообще все без подкрутки. Я говорил в прошлом видосе по этому сайту то, что мы хотели сделать с подкруткой, что всех наебут, но потом подумали то, что это будет очень нечестно. И наша репутация просто упадет, но мы же ведь честные люди. Я вам даже как-то, мне по ошибке, я вам скажу, перевели очень большую сумму, 18 тысяч рублей на WebMoney, и я ее просто обратно даже перевел этому человеку, он мне написал, а, типа, вот я тебе по ошибке отправил. Ты мне еще, что ли, 20 рублей кинул на Яндекс? Да. Хера ты мощный! Я тебя Яндекс топлю и здесь топлю. Нормас, ничего не скажешь. Так, ну что? А что вы так по 22%? Я последние 30 рублей занес свои. И неужели вытащишь, что ли? Ну, это изи, это 0.7, ну это естественно, ребят. Ладно, ребят, получился вот такой вот видосик. Мы говорим всем спасибо за просмотр. Обязательно играть на этом сайте, потому что, ну, мы честно говорим, это все без подкрутки. Даже вот моя кошка сидит там сейчас в iPad играет. Короче, ребят, всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал, на канал Димана. Ссылка есть в интересных каналах. Всем удачи и всем пока.